Бражник, мертвая голова. Крупная массивная бабочка с размахом крыльев до 13 сантиметров. Самый крупный представитель семейства в фауне Европы и России. Является второй по величине бабочкой Европы после Сатурнии грушевой и первой по размерам тела. Отличительной особенностью является характерный рисунок на груди, напоминающий человеческий череп, что послужило основой для создания целого ряда легенд и суеверий о данной бабочке. Бражник «Мертвая голова» обитает в тропической Африке и на Ближнем Востоке. Также встречается в Центральной и Южной Европе, Армении, Абхазии, Грузии, Азербайджане. Иногда ее можно встретить в Крыму, Краснодарском крае и даже в Ленинградской области. Ее латинское название Acherontia atropos объединяет в себе два обозначения, наводящих страх на жителей Древней Греции. Слово Acheron означает название реки скорби в царстве мертвых. Atropos – имя одной из богинь человеческих судеб, которая перерезала нить, отождествляющаяся с жизнью. Древнегреческое наименование предназначалось для описания ужасов преисподней. Русское название мотылька «мертвая голова» связано с его окраской. На груди располагается желтый рисунок по форме, напоминающей череп. Во многих европейских странах бражник носит похожее на русское название. Насекомые умеют издавать пищащие звуки. Энтомологи долгое время не могли понять, какой орган их образует, и считали, что он выходит из желудка. Но в 1920 году Хейнрих Прелл совершил открытие и выяснил, что писк появляется в результате колебания нароста на верхней губе, когда бабочка всасывает воздух и продавливает его назад. В мире существует огромное множество видов насекомых, но только это существо удостоилось создания такого количества примет, легенд и суеверий. Ничем не подкрепленные домыслы привели к гонениям, преследованиям и уничтожениям вида, как предвестника беды. Долгое время считалось, что повстречать эту бабочку с человеческим черепом на спине – дурной знак. Вообще, пятна в виде черепа на спине было бы уже вполне достаточно, чтобы напугать человека.